Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, подожди, зачем я сразу в битву пошел? Ну ладно, давай сыграем партийку, а потом, ребят, посмотрим, что у нас там за ежедневные задания. Ой, хорошо, хорошо. Так, найдется у нас противничек-то или нет? Да, что-то долго как-то ищется. Мне это не нравится. Нашли. Нашли, ребята, и это у нас это у нас вспышка на солнце, да? Наш маленький друг подсолнух. Ну, давай, наверное, пока оставим все как есть. Можно было бы, конечно, этого немножечко подзаменить. Что будет, если я сделаю вот так? Будет он его уничтожать или нет, как думаешь? Вот в чем вопрос. Не стал. Значит, у него минус 1-1 по земле, да, идет? Скорее всего. Тогда мы сделаем вот так. Неплохая карта выпала. Что-то вспышка. У нее какой-то план. Даже вот так вот, да? Давай сделаем таким вот образом. Поехали. А дальше-то что? А дальше, наверное, вот так вот придется сделать. Три в лицо. Точнее, не в лицо, а он потратил две. Ну, а если я вот так сделаю? Неужели он хотел... сдаться. Я думал, что он сейчас еще потратит фруктовый микс именно вот на этого зомби, но нет. А, выиграйте мультиплеерную игру. Ну что же, одну я выполнил, ребята. И разыграйте три бинс. Это, по-моему, это орех бинс или это фасоль? Я вот не помню, ребят. Ладно, давай попробуем сыграть за розу. Блин. Дали этого психа, а? Блин, ну что это? Ну что это за колода? Твою налево. Замечательно просто. Великолепно. Тут, по-моему, фейлом пахнет. Фейлом пахнет, ребятушки. Так, он ничего не делает абсолютно. Коварный план опять для меня тут созревает. У этого зомбятина, у этой. Ну. Ну давай. Так. Кто у него может быть там? Даже не знаю, ребят. Пират. У него здесь, друзья, пират. Неужели на пиратах будет играть? Да, скорее всего, так оно и будет, ребят. Он будет играть на пиратах. Ну да. Даже так. Ай,
Ребятушки, даже так. Кто у него там может быть? Ну, давай вот так и сделаем. Ага. Ага. Ну, да-да-да, прокачивайся. Так, ребята, у нас подсолнух. Кукуруза готова, в принципе. Мы можем и кукурузу сейчас выставить, да, и бомбануть, но мы можем сделать немножко по-другому. Например, вот так. Так, слушай, какая-то бильбердень у нас идет. Ну, если я поставлю, допустим, даже вот так. И вот так. О, смотри, что у него есть. Поэтому он и не волновался, да? Поэтому он и не волновался. Он сейчас кого-то сюда поставит. Даже так. Тратит. Ну, еще одно заклинание потрать, пожалуйста. Бонус на атаку. Ну, еще что-нибудь. До кучи. Гениально. Просто, друзья мои, гениально. Так, ну что, я думаю, тут всем все очевидно, что сейчас буду я делать. Вариантов, конечно, не так много, как хотелось бы. Но я все-таки сделаю. Ну, давай, посмотрим. Что ты тут будешь делать? Ну, давай еще разок. А, вот как у него есть. Ну все, ребят, тогда... Не, можно было бы, конечно, вот этого поставить, но... Я уже не стал. Давай смотреть. Чего уж тогда. Все, он приплыл, наверное, ребят. Да, это тебе не поможет уже. Не поможет тебе этот парень. С
столько этих ландшафтов он нахапал, конечно, ребят. Я не знаю, зачем. Не, ну, конечно, если бы у меня не было бы там, я не знаю, могилоедов и тому подобное, то да, мне бы, наверное, здесь было бы очень-очень плохо. Но ты сам видел прекрасно, что... Ох, как мы тут с тобой разрулили все это дело. Великолепно просто. А здесь уже будет немножечко посложнее. Я, наверное, ландшафт все-таки, ребята, оставлю себе хилищей. Мне бы вот лучше бы... Мне бы, наверное, лучше бы пригодился бы здесь, знаешь что? Цветочек. Но пока его нету. 39 ранг. Так что ржавый разряд мне может дать тут прикурить. Смотрим. Неужели на ботаниках будет играть, а? Скорее всего. Скорее всего, на ботаниках. Так, он еще и ускоряется. Он еще и ускоряется, да? Давай так, рискну. Что-то мутит, ребята, мутит воду. Ну давай так сделаем, наверное. И что у него там? Я же забыл, что у него там есть, что у него там может быть. Сдался. Он тупо, ребята, сдался. 39 ранг. Не забывай, что это почти 40-й. На 40-м ранге, ну, уже ты должен прилично играть. Ну, по крайней мере, осознавать, что к чему. Это ладно, я там уже подзабыл, подзапамятовал все. Ну ты-то. О! Нептусь. Давно не было, кстати. Давно не играл я против Нептуси. Очень давно. И против Бессмертия, кстати, тоже давненько не играл. Так что будет интересно. Мне цветочек есть. Опа, 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 опа. Что он творит? Смотри, что он творит, а? Ну ладно, зато он потратил свой спецудар. Ну, во-первых, я сделаю его так вот. Да и хорош, наверное, пока. Пиратик. Вот, ребят, что сделать-то лучше здесь? Мне не хотелось бы, чтобы пиратик здесь выделывался. Интересно, девки пляшут. Опа-на. Друзья мои, что мы видим? Ну давай. Я вот так вот сделаю. Ну
не нравится кое-что. Если... Опа-на! Ты глянь, что творит, ребят. Ну что, ставим. А если у него заморозка будет? Я рискну, ребят. Блин! Почему я так и думал, ребята, что эта фигня у него будет, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. У него еще, ребята, будет вот этот вот парень. В этой колоде он должен быть. Вот увидишь. Он сейчас будет их прятать на надгробие. Не стал. Блин, опять я не так сделал. Ну что ты, Рэй, тупишь, блин. Ну постоянно тупишь, блин. Постоянно что-то ты не то все делаешь. У него сейчас блок, наверное, сработает. Скорее всего, друзья. Вот так вот он решил, да? Ну и у меня блок сработает. Не знаю, от этого, не от этого, но он сработает. О, как. У него три карты. Вот что он сейчас тут, интересно. Он ничего не делает, да, ребят? У него бомбочка, да? Три, два, пять. Ему две единицы урона мне надо нанести. Я не туда немножко поставил. Ему в то же время нужно вот здесь. Ага, вот он все-таки переносит, ребят. Так, хильнемся. Он сдался. По идее, ребят, я знаю вот эту колоду. Она идет вот на этих чувачках, которые отбрасывают. И плюс зомби в надгробиях, которые прячутся. Вот. По идее, должна была быть эта команда у него. Но, видимо, у него что-то пошло немножечко не так. И вот, ребят, получилось, что получилось. Я думал, что я сфейлюсь, но сфейлился он. Точнее, он даже сдался. Шансов у него там не было на победу. Но если бы ему выпали бы те самые нужные карты, то мне бы здесь было бы очень плохо. И мне повезло, что у меня был хил дополнительный. Давай, жду следующего клиента. Когда он там появится. Появится ли он вообще? Очень долго, ребята, что-то мы ждем. О,
хо-хо-хо, это плохо, ребят. Бончой, ну, можно сказать, один из сильных. Вот, по крайней мере, против зомби. Ну, роза для меня самая мерзкая. Потом, наверное, идет бончой. Третьим я бы, наверное, отметил орех. Вот стоит ли мне сейчас? Ну, давай поставим. Потрачусь, так уж и быть. Давай так. Орех. Он поставил орех. А зачем он поставил орех? Чисто на орехах, что ли, будет играть? Я что-то немножко не догоняю. Так, ждем, ребят, пока это прогрузится все. Я вам говорил, что один раз в игре по непонятным мне причинам происходит вот такое вот. Какое-то некое замирание. Я вначале думал, что игра зависла. Но как-то пошел там что-то, то ли чаю налить, то ли еще что-то. Прихожу, оно... Во, видишь? С чем связано? Не знаю, ребят. Ну, давай, например, я поставлю... Слушай, может быть... Может быть, этого поставить? И... Вот как. Я тебя понял. Я тебя понял. Я, ребята... Ну, это не страшно. Ну, понятно, что это от ракеты у нас сейчас дуплится. Или мы можем переместить и спрятать в надгробие. Ну, тоже как вариант, ребят. Нет, он делает бонусную атаку. Он, друзья, делает бонусную атаку. Дело, знаешь, в чем? Я его, наверное, сейчас шатаю, ребят. У меня есть бомба, ой, ракета. И у него 3 хп. Ракета отнимает 4 хп. Я ему сейчас просто в лицо бомбану. Если у него, конечно, нету какой-нибудь бонусной атаки и могилоеда, вот тогда будет, да, тогда будет полная опа. Вот это пипец, ребят. Вот это пипец называется.
Ну, знаем мы эту колоду, ребят, только она немножко неправильная. На воде должен ставиться, ребят, этот... Как это назвать-то? Бобовый стебелек или что-то типа того. И очень много таких карт. Там бобовый стебелек, боб, который прокачивается от использования заклинаний. И вот на них уже ставится потом вот этот вот горохострел. Это мы знаем. Но здесь у него немножко... Ну, 22 ранг, он, может быть, только начинает копировать чужие колоды. Они же все любители. Смотрят топовых там бойцов, которые там, я не знаю, показывают, как надо играть такими-то деками, колодами, и просто тупо их копируют, ребята, не поняв самой сути игры. Понимаешь? Разные ситуации, под разные ситуации есть разный вариант игры. Нельзя сказать, что вот эта вот колода 100% победит. Нельзя сказать. И нельзя сказать даже, что тебе выпадет в руку именно то, что нужно. Это уже, ну, как парадигма, что ли, я не знаю. Тут непредсказуемо все. Абсолютно. Блин, ребята, я знаете что? Вот у нас Marvel Snap, да? Было недавно обновление. Я обновил игру и не могу зайти в свой аккаунт. Он загружает аккаунт, который мне не нужен. Вообще, какой-то бесявый, ну, левый бесявый аккаунт. Вот, и я не могу вернуться. Я вот не знаю, сегодня еще разочек попробую, потому что... Ну, вы все, наверное, знаете, что мне такие игры нравятся, такого вот жанра. Карточные, там, пошаговые. Вот, я хочу попробовать вернуть сегодня. И надо поиграть, посмотреть, там новый сезон, по-моему, начался. Вот. Что-то у нас... А, так тут 19 ранг. Ну, мы уже знаем прекрасно, ребята, что на ранги смотреть не стоит. Они ничего не показают. Бывает и 2 ранга, и 3, и 5 ранга меня разносили просто в хлам. Ну, иногда мне кажется, что это... Какие-то, я не знаю, может быть... Чуваки просто создают себе новый аккаунт и начинают на нем продолжать играть. То есть, блин, там, не знаю, повышать самооценку самому себе. Я не знаю, с чем связано. Но не может, блин, чувак на 3 ранге выносить персонажа. Ну, персонажа. Тут я не знаю, что сказать тебе. Почему он сдался, это только ему известно. Мне, например, непонятно. Так, давай попробуем, знаешь, что сделать? Давай попробуем взять 32 ранг и... И что? И взять кого-нибудь другого. Да? Я вообще, честно говоря, хотел, ребят, стрим затеять сегодня по этой игре. Я все время что-то хочу, и все время этого не делаю. Я не знаю. Думал... Ну, вот сейчас вот, по большому счету, вот сидишь, снимаешь, да? Отдыхаешь в свое удовольствие. Стримчик идет в прямом эфирчике. Нет, вот мне почему-то лень. Лень все это заморачиваться, вносить в этот ОБС там адрес, хер-адрес. Потому что мы же, когда новую систему покупали, у нас же винда новая, у нас же все это послетало. У нас все само ноля. Вот как думаешь, давай, наверное, я так все-таки сделаю. Можно было бы выставить цветочек. Ты посмотри, 14 ранга, самоуверенный пацан. Окей. Да, это неприятно. У него профессор. А ты знаешь, что этот профессор сейчас ничем не воспользуется? Нет, я вру. Воспользуется, ребята. Нет, он сдался. Он бы мог. Мог бы. Я бы ему сейчас бил бы в блок. Он бы использовал заклинание. Плюс брал бы дополнительную карту. Но получил бы, конечно, в лицо 3 урона. Потом еще 4 в лицо.
Но он, видишь, он решил сдаться. Я его не суждаю нисколечко. Просто он мог бы побороться. Вообще, что-то в последнее время ребята очень часто сдаются практически на самых началах. Вот с этим парнем уже, да, шутки плохи. Друзья, я надеюсь, вам не очень слышно, как какой-то идиот начал, блин, с позаранку сверлякать. Кретина кусок. Что-то, блин, до боли знакомое, ребята. Что-то до боли знакомое. Я не могу только вспомнить, что. А, на вирусах. Ребятушки, это будет на вирусах у нас все. Че он тут мутит-то? Я не могу никак понять. Ну, на тебе вот это. Я тоже буду защищаться, ребят, как могу. Единственное, что у меня с картами беда какая-то. У меня две одинаковые карты за 6 маны. Как ты заколебал там, а? Микрофончик, будь добр. Не записывай эту фигню. Так, это 3 энергии. Мне пока нечего, ребят, поставить. Я знаю, что он будет сюда ставить ландшафт, скорее всего. А может быть и нет. А может быть, да. Давай так сделаем. Блин. Ну, превращаем, нет? Превращаем. Давай так сделаем. Он все равно будет прокачиваться, гаденыш. Опа. Опа. А если я так? Хочет замутить. Гаргантюаху влепить какой-нибудь, да? Угу. Нет, ребят, не гаргантюаху, тут кое-что похуже. Да, наверное, ничего я пока ставить не буду здесь. Я постоянно забываю, что вот этот, ребята, у меня забирает энергию. Давай вот этого заморожу я пока. Видишь, он постоянно выкачивает, гаденыш, энергию. Так, друзья мои, если он сейчас ставит этого могильщика, нет. Даже не знаю. Так, блин, как лучше это сделать, наверное. Вот так вот. И вот так. Помощник. Ха-ха!
Ну что, превращаем их в единичку, ребята, всех, да? А, в единичку, не в единичку. Не в единичку, не получилось, ребят. Ладно, я не переживаю по этому поводу. Пим-пим-пим-пим-пим. Давай так сделаем. Так, а что дальше? Хиляемся или что? Еще одна Паттайя. Решил меня достать, да? По-моему, все, парень тут доигрался, ребят. Тут уже все, шансов у него нету. Лучше сдавайся сразу. Смотри, гаденыш, не сдается ни шиша, ребят. Давай я сделаю так вот. И вот так. Ну, допустим. Так. Хе. Он серьезно так решил сделать? Ну, убирай любого там. А, он становится. Это тебе не поможет. Не поможет ли этот парнюк? Но тут, ребятушки, Розочка прям вот так вот белиссимо сыграла. Прям вот не подвела меня. Не, хотя поначалу я думал, что все, ребят, склеили мне ласты. Как говорится, и повели на расстрел. Но выкрутился каким-то макаром. У него, видишь, у него не было ландшафтов, друзья мои. Если бы у него был бы ландшафт любой, а у меня только лишь один хилищий, то вот здесь была бы вот проблемка бы для меня бы. В данный момент тоже не очень хорошие. Давай посмотрим, кого он выстрелит. Никого. Блин, а фигрит вот этот-то не выстрелил. Ой, Рэй, ну ты дурачок. Ё-моё, местного разлива. Этого там, блин. Ну, тупанул, ребят. Тупанул. Он же сейчас может переместить его, да? Конечно, может. Ай, блин, я все время, ребят, ловлюсь на эту. Как это назвать-то, даже не знаю. Но все время на одну и ту же уловку ловлюсь. В общем, парень хочет сыграть на доборах. Я тебе так скажу. Он хочет сыграть на доборах.
Не знаю, получится или нет. Я знаю, что у него 100% должен быть ландшафт. Ну, вот здесь вот все. Здесь однозначно кранты им. Тут к бабке не ходи. Блин, ребят, как он там сильно сверлякает, а? Гаденыш. Задолбал уже. Слушай, заколебал ты уже, парень. Что он, что у него здесь? У него может быть, друзья мои, кровожадность. Понимаешь? Даже вот так вот. Да ка нафиг я буду тратить, я не буду тратить. Так, 8 хп. Тут уже полегче. Он наивный, блин. Вот наивный дурачок. Дурачок вдвойне. ММДМС вдвойне вкуснее, если это Milky Way, да? Как мне ему пробить 8 хп, ребят? Но он бы нанес урон бы, понимаешь, потом бы этот захилялся бы, мы тут получили бы столько бы хп. И я бы прикрылся, ребята. Я бы прикрылся бы. У меня, видел, там фасолинка стояла. Не фасолинка, а кто там? Которая откидывает любую карту врага. Вот я бы откинул бы крайнюю вот эту вот, которая здесь стояла бы. Ему бы прилетело бы там 15 в лицо. А это, знаешь ли, очень много. О, замороз! Сотню лет его не видел, ребята. Вот я вам, ребята, точно говорю. Вот я за этого заморозга играть не умею. А вот некоторые ребята просто рулят. Они просто в хлам меня разносят на этих заморозках. Все, я уже сразу, ребята, понял, кто это и что. Это колода на животных. Поэтому тут, ну тут, блин, я не знаю, ребят. Тут не расслабишься. Он сейчас будет бомбить. Либо заклинание ставить, либо еще что-нибудь. А, это тоже считается. Все, я понял. Я понял. Так, ну что, у него может быть заморозка, так ведь? Ну, если я поставлю вот так и вот так. И вот так. Ты понял? Прикол. Угу. Серьезно? Вы просто вот так вот все карты свыливаешь. Окей.
Да это, ребята, конечно, тут, во-первых, немножко не та комбинация карт. Не этот должен быть. Там должен быть этот смотритель зоопарка должен ставиться. Ну никак не... Ну кошка, да, может ставиться, но смотритель зоопарка, он все-таки ставится быстрее. Почему, ребята? Потому что эта бабка будет прокачиваться. Плюс, когда накидываешь заклинание, она прокачивается в два раза больше, блин. Почему он вот так вот? Ну я, честно говоря, не знал, что ландшафт, оказывается, тоже прокачивает бабку. Вот это для меня, сколько вот играю, я что-то сейчас только обратил на это внимание, что ландшафт прокачивает бабку. Почему он ландшафт поставил где-то хрен знает где, когда надо было его ставить под бабку? Ну это вопрос, ребята, уже отдельный. Просто отдельный вопрос. Ну вот, начинается, блин. Ну ладно, с этим я, блин, справлюсь, наверное. Поставлю сюда могилоеда, так уж и быть. Кого он сюда, на чем он играть будет? Вот меня вот этот вопрос интересует. На чем? Пока не... Давай посмотрим. А, вот. Вот это вот. Господи, ребята, как он... Как он там сверлякает мощно, а? Я не знаю, мне кажется, его трогать пока не стоит. Пускай он тут стоит. Уничтожать его, ну, нет смысла. Что-то мутит, он что-то мутит, мутит, ребят, я не знаю, что он мутит. Ну, если я вот так вот поставлю. Он за них трясется. Что сейчас думает, что я вот этого хламона... Бог с ним, пять в лицо, я хильнусь, ребята. Я отхиляюсь потом, это ничего страшного. Давай второго сюда. Вот тварь, а. Красавчик. Единственный вопрос у меня... Вот даже как, да? Ну, в блок, ребята, в блок. Первый удар будет в блок. Говна кусок. Достал уже, ребята, блин. Ладно, наверное, последнюю карточку сыграем и все. Он задолбает своим молотком там долбить. Он перфоратор свой достанет. Черт помойный, а. Ну давай ходи уже там, ё-моё. А, он 12. Ну все равно, ребят, мы уже говорили, что ранг это ни о чем не говорит. Так что пускай бомбит. Угу. Еще один, да? Погнали. Давай так сделаем.
Так, плюс ко всему сделаем вот так вот. Давайте дальше посмотрим. Ну, он сюда поставит ландшафт. Да все, кранты. Ну, отыграл парень свое. Сейчас вот этот пробивает лицо. Ну что, друзья мои, в принципе, неплохо, да? Мы сегодня сыграли с тобой только лишь за розу и за бесенка. Ну, я думаю, что сыграли очень даже неплохо. По-моему, сегодня даже ни одного проигрыша у нас не было. Я считаю, что это норм. Ну что, друзья мои, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!